Отдохнуть за городом в лесном лагере «Юность» в этом году смогут более 700 детей. В последние годы эта цифра стабильна. Планируется 3 заезда. Первая лагерная смена начнется 24 июня. А за 2 недели завершат все подготовительные работы. Плата за пребывание в лагере будет комбинированная. Долю расходов покроют из местного бюджета. Стоимость путевки рассчитана сегодня составляет 1370 рублей на одного человека. Планируем 2 варианта льготных путевок. Это для социально защищенных детей в количестве 18,3% за стоимость путевки и 42% для наших воспитанников спортивных школ города. Значит, на сегодняшний момент лагерь ограничен и готов к приему детей. На 12 число мы планируем завершить все основные подготовительные работы. Значит, с учетом помощи, которую оказывают муниципальные предприятия города, коммунальные службы. Параллельно коммунальные службы продолжают вывозить ветки и поваленные весенним снегопадом деревья. Уже утилизировали 7000 кубометров растительных отходов, но сделать это одномоментно невозможно. Постепенно очистят даже самые отдаленные районы, заверяют коммунальщики. Прошел ураган, все прекрасно знают, выходили жители города, убирали. Но вот, к большому сожалению, до микрорайона Северного так и не добрались мы. Дерево как лежало посреди дороги, его люди объезжают, так и объезжают. Исходя из наших возможностей, это примерно 9 единиц техники в день и 60 человек. Потому что предприятия, которые занимаются этими работами, то есть мы основное убрали, что могли для того, чтобы город мог двигаться. Сейчас плановая работа, есть график. Согласно графику эти работы выполняются. Также депутаты обсудили выполнение основных целевых городских программ, ремонта дорожной отрасли, жилфонда и объектов социально-культурного назначения и расходование средств территориального экологического фонда. Городской совет запросил дополнительную информацию по качеству ремонта улиц Котовского и Коммунистической и адресности объектов, отремонтированных в городе в прошлом году. Данные вопросы обсудят на сессии городского совета 8 июня. Лариса Тарабина, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.